Всем привет, с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Тема нашей сегодняшнего выпуска будет снова зона комфорта. Постараемся порассуждать с вами по поводу, как создать зону комфорта для собаки. Если мотивация, на сегодняшний день это будет у нас мотивация обучающая, то есть игровая мотивация. То есть игра это у нас является одной из форм обучения, поэтому если пользоваться научной терминологией, то это будет мотивация обучающая. Итак, давайте с вами рассуждать. Если мы собаку при помощи подкормки, там все понятно, все просто, то здесь что мы можем сделать? Вот смотрите, у собаки сильная тяга к игре. Как можно сделать так, чтобы игра давалась только из ваших рук? То есть, вот вышли вы на улицу, да? В лес какой-то. И здесь собака у вас самостоятельно может подобрать какую-то игрушку, да, палочка, бутылки там пластмассовые, сейчас многие играют такими вещами, там веревочку какой-то кусочек нашла, камешек какой-то. Следовательно, что мы должны делать? Мы должны ее ограничивать в свободном поиске игрушек. Как мы это можем сделать? При помощи запрещать, да, то есть такая волшебная команда «фу, нельзя». То есть вы изначально собаку учите от того, чтобы она на улице самостоятельно игрушки себе не подбирала никакие. Это даже и в принципе это хорошо, и в принципе это правильно. Для чего это делается? Помимо того, что вы сформируете зону комфорта возле себя, вы также убираете такую возможность, как поймать какое-то инфекционное заболевание на улице, потому что очень много животных, которые страдают различной инфекцией, да? То есть мы приходим домой, у нас собаки понос начинается, отказывается от еды, а всего лишь она там какую-то палочку на улице подобрала, которую до этого там собака, болеющаяся чумкой, тоже как бы ее таскала. То есть чисто даже в гигиенических целях это как бы полезно и хорошо. У уважающего себя владельца собаки игрушки должны быть хорошие, качественные, и он должен с ними ходить. И вот здесь вот альтернативу мы должны предложить собаке. Здесь вот смотрите, вот у меня есть маленькая дочка Сашка, вы все ее прекрасно знаете, да? Она хватает, когда какую-то бумажку начинает ее рвать, я ей запрещаю это делать. Но для того, чтобы, когда вы запрещаете что-то делать, значит нужно предложить какую-то альтернативу. Я ей отдаю туалетную бумагу и говорю: Саш, вот есть туалетная бумага, если у тебя есть желание что-то рвать, рви ее, пожалуйста. И мы вот на этом как бы с ней находим консенсус такой. Вот то же самое и вам. Если вы запрещаете собаке подбирать что-то на улице, у вас должно быть что-то в руках. То есть вы должны выходить с какой-то игрушкой. И вот эта вот игрушка будет у вас видом поощрения для ваших тренировок. Но здесь вот тоже обратите внимание на то, что игрушка эта должна быть достаточно интересна вашему животному. Почему? Потому что если не будет интереса у животного заниматься именно этой игрушкой, значит, попробуйте какой-то другой вариант, другую какую-то. Ну, вот смотрите, вот два мячика, да, один там дешевый какой-то мячик, ну, даже не в цене дело. Ну, он жесткий сам по себе, там вот вроде как бы там и шипики есть для того, чтобы массировать десны, но он травмоопасный, да, там собака, когда его хватает, ну, мягкие такие шарики, ежики есть, да, знаете, с пластмассовыми такими иголочками, с резиновыми иголочками. Те, что мягенькие, вроде более-менее. Те, что там жесткие, вот собаке будет неприятно с ним, да, то есть она будет травмы какие-то получать, боль какую-то, и вообще он будет ей неприятен. Есть новые игрушки, немножко подороже, но сделанные из качественного материала, которые хочется грызть, там, кусать и так далее. Сейчас я вот принесу одну из таких. Вот, пожалуйста, смотрите, вот игрушка одна, вот игрушка вторая. Казалось бы, одно и то же, да? Но диаметр немножко другой. То есть видно, да, что это больше, это меньше. Вот веревочная игрушка, да? В свое время Акбар очень сильно любил у меня вот такие вот веревочные игрушки.
И вот этот вот, вот эти вот пулеры, вот эти вот, они замечательные, они из материала такого сделаны, качественного. То есть он не грызется, не кусает, кусается, точнее, грызется, но он не рвется, и зубы у него впиваются. Вот на этом уже более раскусано, я покажу. Видите, зубы впиваются, и собаке приятно их грызть. То есть сама по себе игрушка должна быть. Желанна собака, она должна хотеть играть именно с этой игрушкой. Вот сейчас вот поднеси вот эту игрушку и вот эту игрушку, в свое время любимую, да, ну вот я вот не знал от наличия таких вот, занимался вот такой вот. То собака у меня, вот она даже идет, когда домой, у нее в зубах предмет находится. Вот эту вот веревочку он приносил домой, возле дома бросал и заходил. То есть не так она интересна ему была. Вот этот вот он никогда в жизни не оставит, не бросит и не пройдет мимо. То есть вот Это очень важно, когда вы выходите заниматься на улицу с собакой и так далее. То есть игрушка должна быть, ну, просто супер желанна вашим животным. И это, еще раз говорю, что нужно это манипулировать. И вот зона комфорта, она формируется именно из-за того, что вы являетесь владельцем этой игрушки. Если собака, потом как правильно играть с собакой, это тоже очень важный момент. Если у вас собака схватила вашу игрушку и начинает убегать от вас, да, а вы начинаете ее догонять, она это воспринимает как игру. И в последующем, при изучении команды ко мне, у вас начнутся какие-то сложности, потому что собака будет знать, что когда она убегает от вас, это кайфово, это хорошо, вы так с ней играете. Все игры должны быть построены на том моменте, что собака вас догоняет. То есть это вам пригодится в следующем, когда вы будете изучать команду ко мне, либо просто собака, но не захочет она к вам походить каким-то причинам, будет отвлечена там чем-то. То вы можете воспользоваться таким приемом, как начать убегать, а вы уже убегали, и собака вас догоняла, и это было кайфово для нее. То есть этот прием может у вас работать. Никогда не бегайте с собакой. Собака сама самостоятельно не сможет себе бросить игрушку, да? То есть есть такие варианты, апортировщики. Ну, команда апорт — это отдельная тема, да? Там, что собака, говорят, там не подносит, да? Доходит и метра три там или два там не доносит. Это вы изначально просто неправильно стали изучать команду апорт. Там делается немножко по-другому. Там сначала поощряется отдавание, то есть вы не сразу там бросать начинаете собаке предмет, да, а сначала вы учите обмену, то есть из пасти подкормка или похвала, из пасти подкормка, похвала, из пасти подкормка, похвала, потом бросаете, ну, в общем, методика такая развивается, ну, изначально вот этот вот обмен. Если у вас обмен вы не выучили правильно, да, то собака до вас не будет доносить, она будет не понимать, что обмениваться с вами — это тоже хорошо, то есть это тоже все на уровне рефлекса. И когда вы начинаете, вот я еще раз говорю, бегать за собакой, соба, она самостоятельно не сможет себе бросить вот этот вот апортировочный предмет, да, и именно поэтому она будет нуждаться в вас. Если вы там постоите 5 минут, может быть, первый раз, то собака вам обязательно его пронесет. Потом, когда вот, например, вы идете, команда рядом, да, и собака у вас мотивирована на игрушку. Если вы на подкормку, да, то взяли, как я вам показывал, в кулачок вот здесь вот корм, перед носом держите, собака идет, и как бы все понятно, все ясно. Вот с Юлей, с моей супругой, все время мы тоже с ней разговаривали, я говорю: Юль, ты выходишь, у тебя игрушка в руке находится с собакой. Она не идет с тобой рядом, потому что ей не интересно, да? А всегда, когда собака не заинтересована, она не будет это делать. И я позиционирую свое, как бы, обучение, вот этот вот курс, на том, чтобы собака хотела это делать. То есть мы хорошее поощряем, да, плохое не замечаем. У нас метод дрессировки такой, цирковой. Поэтому, ну, возьми ты вот этот вот предмет так, чтобы его видно было, и неси его рядышком с собой. Так он же глаз не спустит, он будет идти и смотреть на этот предмет. Вот. Понимаете? То есть вот она, зона комфорта. Зона комфорта, где игрушка. То есть вы научили собаку правильно играть,
вы не стоите на месте, вы двигаетесь постоянно. То есть самое главное, что и собаки, вот говорят, немецкую овчарку мы не можем разыграть. Я в жизни не поверю. Если вы стоите на месте и хотите, чтобы собака вокруг вас прыгала, бегала и так далее, да, естественно, ей будет это неинтересно. Вы сами начните движение, играйте в охотника и жертву. То есть собака у вас в роли охотника, вы в роли жертвы будете выступать. То есть мы же используем вот этот вот инстинкт охотничий, когда мы убегать от собаки начинаем. Да? Когда мы начинаем учить команду ко мне, мы опять этот охотничий инстинкт используем. То есть мы говорим ко мне и начинаем уходить, собака как бы начинает вас догонять. Поэтому здесь вот, вот говорят, что там много воды льешь и так далее в своих передачах. Но не получается так, чтобы вот раз, два, три и получилось. Да? Поэтому я рассказываю вам так, чтобы вам было понятно. А здесь вот эти вот мелкие детали все, да, то есть вот, вот игрушка, первое, что вот игрушка должна быть желанная. Да? Вот смотрите, вот, вот кольцо, да, мы его бросили, оно еще дальше катиться начинает. То есть собака бежит за ним, и вот этот вот рефлекс охотника в ней просыпается, он заложен, этот инстинкт в ней. Она знает, что это кайфово, это хорошо, догнать кого-то еще и схватить. Если мы бросим просто вот эту вот палку или веревку, она упадет и будет лежать. Чем мы быстрее с вами научим животное бегать за портировочным предметом? Вот таким вот предметом или вот таким? Конечно, вот таким. Поэтому вот зона комфорта посредством игры, она, кстати, еще даже лучше создается у животного. Но здесь вот запомните то, что все игрушки должны быть желанные, как я вам сказал, и они должны находиться только у вас. То есть в свободном доступе где-то в лесу какую-то палочку пластмассовую, не дай бог бутылку, вы не должны собаке разрешать подбирать. И когда вы сформируете вот это правильное отношение к игре, как правильно играть, я еще раз повторюсь, то есть тоже это очень важно, тогда зона комфорта у вас будет находиться там, где находится владелец, и там, где находится игрушка. То есть сначала где игрушка, и владелец уже второстепенно, а потом вот это, когда уже рефлекс выработается, то здесь уже будет все понятно, что там, где владелец, там, соответственно, есть игрушка, и там зона комфорта находится. А когда уже рефлекс перерастет в навык у вас, да, то в принципе у собаки будет нормальное состояние о том, что там, где владелец, там хорошо, и игрушка вот из этого ряда у нас уйдет. Хотя подкреплять нужно. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение. Используйте правильные предметы, правильные игрушки. Не давайте собаке подбирать что-то на улице, самостоятельно развлекаться. Все развлечения должны исходить от вас. Зона комфорта – это вы и все, что рядышком с вами. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.